Вопрос создания мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения ТКО переходит в новую систему обращения и находится на особом контроле у главы Республики Владимира Васильева, является его пилотным проектом. Выполняя протокольные поручения председателя правительства Дагестана Артема Сдунова, сегодня Хасавюртовский район с рабочим визитом посетил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Заур Лимиханов. Его встретил и сопровождал первый заместитель главы администрации района Багаутдин Мамаев. Они побывали на участке, где уже в 2021 году начнется строительство мусоросортировочного комплекса. До недавнего времени все образующиеся отходы направлялись на несанкционированные свалки без предварительной обработки и размещения и захоронения. В этой связи остро стоит вопрос строительства в республике 5 мусоросортировочных комплексов и полигонов, соответствующих нормам действующего природоохранного законодательства. Один из них строится на территории Хасавюртовского района, который будет обслуживать Северный Дагестан. После посещения участка Заур Исамудинович встретился с главой муниципального образования Хасавюртовского района Жамалатом Салаевым. Как отметил глава района, готова площадка 10 гектаров на размещение мусоросортировочного комплекса и 20 гектаров для полигона. Более того, Жамалат Шапиевич привлек и инвестора, который будет проектировать полигон и строить. И основная цель, основная задача сегодняшнего визита – это, конечно, обсуждение дорожной карты совместной, которую Министерство природных ресурсов и муниципалитет отработал, и на сегодняшний день мы уже ставим какие-то уже координаты, то, что мы уже провели, и то, что до конца года мы должны завершить, уважаемые коллеги. Все мы прекрасно знаем, что по инициативе главы Республики Дагестан Владимира Абдулевича инициирован в республике проект, и в этот пилотный проект входит и Хасавюртовский район, это по переработке, по сбору, по утилизации твердобытовых отходов и твердокоммунальных отходов. И именно в Хасавюртовском районе одна из этих пилотных проектов на сегодняшний день уже сформирована. Цель и задача на 2020 год – это у нас это выделение земельных участков под этот вид деятельности. И, конечно же, вся проектно-сметная документация, то, что Министерство природных ресурсов держит на особом контроле. На сегодняшний день по дорожной карте мы идем опережением этого дорожной карты нашей. И, конечно, вся подготовка на 2021 год на сегодняшний день уже у нас подготовлена. Выделено 30 гектаров разнозначным обменом. Министерство внутренних отношений Хасавюртовский муниципальный район, конечно, уже предоставил 10 гектаров земли, предоставлены под именно мусоросортировочный завод, и 20 гектаров под переработку. Полигон? Да, под полигон и под переработку, под сбор. Да. Поэтому, да, хочу еще раз, вот, чтобы мы прошлись по, именно по нашим цифрам, по нашей информации. Но уже хочу сказать, конечно, вот по дорожной карте, по информации Министерства природных ресурсов, 2021 год – это уже начало строительства и завершение данного проекта. На сегодняшний день еще раз хочу подчеркнуть, то, что мы идем по дорожной карте, мы идем большим запасом. Поэтому, конечно, это огромная работа проведена, конечно, правительством Республики Дагестан. Это все в лице Министерства природных ресурсов. Хочу сказать огромное спасибо министру Набиуллину Абдулмановичу Карачаеву, который все эти вопросы в Республике держит на особом контроле. Мы с ним день-два-три созваниваемся и обсуждаем все эти вопросы. На сегодняшний день все вопросы, тяжелые моменты, все уже вопросы разрешены. Вот вы сегодня были и именно на этом объекте, именно выезжали по координатам данного объекта, вы сами все воочию проверили, посмотрели. И вот документация тоже все соответствует, поэтому мы сегодня очень сильно уже подготовились к данному проекту. Вопрос 2020 года Министерство природных ресурсов и муниципалитетом уже решен. Мы уже готовы к второму этапу, это уже к строительству, это на 2021 год. И то, что касается 20 гектаров, которые именно под полигон муниципального образования подготовлены, вот это хочу вас обрадовать, сказать, подготовлен инвестор, то, что мы с вами заблаговременно обсуждали, подготовлен инвестор, который будет именно заниматься строительством этого полигона и вести данную определенную работу. Поэтому мы готовы, мы ждем от вас уже дополнительных рекомендаций. Вам спасибо за такую вот, за такую плотную постоянную работу, за взаимодействие с нашим муниципальным образованием. Как отметил Заур Лимиханов, премьер-министр Республики Дагестан Артем Сдунов поручил проработать вопросы, связанные с разрешительной документацией в кратчайшие сроки и двигаться всем участникам процесса по созданию мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения ТКО в рамках дорожной карты, подчеркнув при этом, что все заводы будут исключительно казенными предприятиями. В этом отношении Хасавюртовский район завершил все необходимые процедуры, и главное, вся необходимая инфраструктура находится на доступном расстоянии, говорит Заур Лимиханов. Сегодня по дорожной карте мы опять прошлись, и
данный муниципалитет идет с опережением, выполнил все поставленные задачи. Выезжал сегодня непосредственно на сам земельный участок, где планируется строительство мусоросортировочного комплекса. Также, как со слов Джамбула Шапиевича, они уже нашли инвестора для строительства самого полигона на территории 20 гектаров. И что очень обрадовало, то что данный земельный участок очень удобно расположен, и вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Дамула Шапиевич, вам за проделанную работу спасибо большое. Да, мы спасибо, плотно взаимодействуем, и вы как глава района держите всю ситуацию под особым контролем. Вопросы ТКО у вас стоят первоочередными вопросами. Спасибо за это. Да. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Да, конечно. Все как надо, мы как положительно отработаем, да, и, конечно, все наши эти пилотные проекты, они будут разрешены, конечно, довольно-таки короткие сроки. Проектом главы республики Владимира Васильева является проект комплекса развития сельских поселений, где принимает участие Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан. И в этом плане Хасавюртский район по созданию контейнерных площадок и установке контейнеров-баков также в числе передовых в республике. Также я хотел бы отметить, что данный муниципалитет, Хасавюртский район, принял участие в пилотном проекте как один из первых районов, который внедряет в себя, в свой район, раздельный сбор ТКО. В данном муниципалитете уже подготовлена вся необходимая документация по 519 контейнерным площадкам, на которых будет установлено 1664 бака. Данный муниципалитет принял участие в программе Министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских поселений», направил уже туда заявки, заложил определенные средства для принятия, участия в этой программе, и тоже идут на этапе завершения. Ну, мне очень приятно, еще раз, вы очень большую работу и нагрузку взяли на себя в направлении ТКО. Ну, спасибо, она реализовывается. Глава района Джамбула Салау поблагодарил Заура Исамутиновича в его лице Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан за внимание и помощь в реализации важных проектов в Хасавюртовском районе. Спасибо огромное. Ну, это, конечно, это все делается во благо, конечно, республики, именно во благо муниципального образования Хасавюртского района и во благо, конечно, наших жителей. Вам огромная, конечно, тоже наша благодарность, то, что позволили участвовать в этом пилотном проекте. Для нас это действительно один из таких главных приоритетов, то, что касается, конечно, сбора, вывоза и раздельного, особенно вывоза ТБО и ТКО. Поэтому Хасавюртский район и участвует в этой программе, и мы почти уже, можно сказать, всю работу уже завершили. То, что вы как раз и заметили, что и средства мы 30% заложили в нашем муниципальном бюджете, и 70% это уже федеральный плюс республиканский бюджет. И заявкой тоже вышли мы уже Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Поэтому это тоже мы уже стараемся до конца текущего года завершить и реализовать.